Доброго времени суток, дорогие коллеги, с вами Кононова Аня, интернет-проект Faberlic Online. И сегодня я вам покажу, весьма такой необычный заказ, потому что он очень разношерстный, и я даже не знала, как это все разложить. Но, конечно, в первую очередь хочу сказать, что скоро будет осенний сезон, и, конечно же, вероятнее всего, колготок опять на складе не будет, поэтому я взяла несколько разных колготочек. Они хорошие, они классные, идут 100 ден, у них широкая резиночка. Я взяла 5 штучек беленьких, дочки на осень, и 2 штучки вот таких вот пестреньких. Они смотрятся здорово, классно, я на них уже снимала обзоры. Но вот вы знаете, каждый раз, как дети в школу, так у нас и нету колготок. Да, они идут с плоским швом. То есть, такие обычные, хорошие, качественные колготки. Это не магазинские колготки, у которых отвисают до безобразия коленки. Это качество. В первую очередь, это качество. Да, вот как вы видите, ростовочка 116-122. Это я и люблю беленькие. Да, то есть, вот так вот все красиво, так вот все здорово. Они плотные, в них холодно не будет. И вы знаете, я довольна данным приобретением. А вот эти вот красавицы колготочки, они вообще мне очень-очень нравятся. Значит, у беленьких артикул 81569. Да. Вот. Состав у них хлопок, полиэстер и спандекс. Вот. У этих колготочек тоже хлопок, полиэстер, спандекс и артикул 82141. Такая вот красота. Они мне очень нравятся. Конечно, они идут не ко всему. Не ко всему. Но, как вы видите, такая вот крутая расцветка. Тоже у них широкий поясок. Тоже тоненький мысок. И они очень удобные. И стираются хорошо. И все-все-все такое прочее. В качестве, конечно, компания Faberlic на высшем уровне. Не боишься предложить, не боишься заказать своим детям. И все такое прочее. Да, так что вот, я заказала на всякий случай. Потом, конечно же, стиральный концентрированный порошочек я заказала. Он у нас закончился. Я сразу взяла 2 штучки. Там шла в подарок мерная ложечка. Раньше он шел в упаковке, в другой, да, в картонной. И там уже ложечка вкладывалась. Но сейчас ложечка другая, более плотная, такая беленькая, квадратненькая. И она вкладывается в подарок, да, к порошку. В пару к порошку я взяла 2 пятновыводителя. Хочу сказать, что они мне очень нравятся. Я о них не буду долго разговаривать. Тут тоже, как вы видите, вложена мерная ложечка. Она немножко новенькая, да, немножко другая. Вот. И, конечно, я довольна этой штучкой. Он может делать все. Артикул 110.50. Что он делает? Да, он... Специальная формула на основе экологического кислородного отбеливателя для выведения различных типов загрязнений. Он эффективно удаляет пот, траву, кровь, фрукты, сок, чай, кофе, вино, жирные соуса, пищевые продукты, косметику, зеленку, йод, масла, смола, кудрон и так далее. Также им можно стирать ковры и все такое прочее. Да, вот как видите, чистка ковров, как чистить ковры. Далее, значит, стирка, как стирать. Очень хорошо работают именно в паре с порошком. Так, порошочек забыла сказать, артикул. Где у него теперь, интересно, артикул пишется? Ха-ха. Ладно, я думаю, вам не сложно будет его, 800 грамм он идет. Да, я думаю, вам не будет сложно найти артикул где-то. А вот, 115-25. 115-25. Оба средства экологически чистые, биоразлагаемые, не наносят вреда окружающей среде. Вот. И сказано, что порошок подходит для всей семьи. Это значит, что и для деток тоже. Далее попробую, конечно же, обязательно такие вот кашки. Напишу вам отзыв. Скорее всего, напишу в Инстаграме, сниму на видео, как она выглядит, когда заварится в кружечке. Да, она идет 40 грамм. Артикул у нее идет 159.36. Это продукт моментального приготовления. Каша мультизлаковая на молочной сыворотке. Значит, энергетическая ценность одной порции всего лишь 155 килокалорий. Ну, посмотрим. Да, то есть она идет низкокалорийная. Да, вот на нее аннотация.
тут не по-русски написано. Не содержит ГМО, не содержит сахар, без красителей, без ароматизаторов. Да, такая вот кашка. Ссылочка на Инстаграм у меня под видео, вы найдете в инфобоксе, поэтому, если что. И вторая каша, это продукт моментального приготовления, каша мультизлаковая с черникой. Тоже буду пробовать. Вот, состав: овсяные хлопья, ячменные хлопья, пшеничные хлопья, ржаные хлопья. Ну, по идее, очень полезная вещичка. Вот, и энергетическая ценность тоже 155 калорий. Вот такая вот кашка. Это новинка, я ее еще ни разу не пробовала, ничего про нее не скажу. Нужно сначала, конечно же, попробовать. Также кисели, да, очищение и контроль. Это к новой системе управления веса. Только два киселя я смогла купить, остальных, как обычно, на складе не было. И, наверное, долго не будет, потому что это новинка. Значит, кисель сухой, растворимый, со вкусом сливы, гидрейн, артикул 15462. Вот у него состав, вот пищевая ценность, вот способ приготовления. Да, можете 3-5 минут надо настоять, залить кипятком. В принципе, все легко и просто. Масса нет, 200 грамм. Буду пробовать, вам напишу в Инстаграме. И далее, значит, кисель сухой, растворимый, со вкусом лесных ягод, лес-свит. Также вот у него состав. Ну, говорится о том, что это очень полезный кисель. Ну что ж, будем пить и выздоравливать. Если вдруг у нас какие-то болячки захотят вылезти, будем надеяться, что они не вылезут. Да? То есть это контроль, это очищение. Да? То есть контроль, то есть вы меньше будете кушать, если будете такие кисели пить. Соответственно, вы будете худеть, стройнеть. Я пью все три вот этих вот гидрейн, лесвит и метаап. Я все три пока пью. Да, вот. И хочу сказать, что, конечно, изменения есть, но не особо такие крутые, но я их и пью не стабильно, да, то есть там, если надо пить по одной в день, то я вспомню, выпью, не вспомню, не выпью, да, поэтому вот, пробничек мне дневного крема «Тональная реконструкция» в заказ упал в подарочек, у него артикул 0636, ну, такой пробник обычно стоит рублей 20-30 на сайте, а мне вот он бесплатно упал, я довольна, отдам кому-нибудь, потому что Рена ваш это 50 плюс идет, кому-нибудь отдам попробовать. Вот, далее, значит, универсальная губка нового поколения я заказала, это я заказала, мы скоро переезжаем в другую квартиру, и на другой квартире устанавливалась мебель, делался ремонт и так далее, и получается, что мы... Ну, там бардак, в общем, надо ей прибраться. Эта губка мне нравится. Когда я мою посуду, к примеру, да, я вот только отрежу себе, и вот это вот мою этим посуду. Да, и, в принципе, этой губки мне хватает надолго. Но также можно ее и целиком использовать, если вы что-то моете такое вот интересное. Она, когда вы ее намочите, потом она замерзает и становится как комок пластмассы, но когда вы ее мочите, она снова становится мягкой. Очень интересно, и это все мгновенно, в принципе, происходит. Вот такая вот универсальная губка нового поколения, не первый раз ее заказываю и буду еще заказывать. Ну и губка ластик, так, губка нового поколения, у нее артикул 119-42. Также губка ластик 110-42. Мне она нравится хуже, меньше, но она тут и предназначена. Бережная очистка любых твердых поверхностей, в том числе и стекла, стали, алюминия, дерева, пластика, хрома, керамической плитки и керамогранита. Удаление грязи, известкового налета, мыльных разводов в ванной. Бережное удаление детских... Ну, в общем, можно мыть все, в принципе, да. Даже деликатная чистка обуви, одежды, мебели и прочих изделий из гладкой кожи и искусственных материалов. Удаление следов от насекомых с любого стекла фар автомобиля, очистка пластиковых элементов салона и так далее, и так далее. То есть тут, конечно, да, спектр большой. Ну, обычные губки, очень часто, когда снимают обзор на эти губки, говорят, что она крошится. Да, она крошится, но она не так сильно крошится, как вот прям вообще. Но через месяц после применения она у вас начнет крошиться, но губки нужно менять, чтобы там не жили микробы, раз в две недели. Да, то есть, в принципе, она выдерживает. Далее, что вам хочется показать, это такая вот обложечка под паспорт, это безбалловая продукция, значит, артикул 6016,
Это обложка для паспорта Лабрадор, размер 10,5 на 14, материал полиуретан. Ну, нравится мне помогать деткам с ограниченными возможностями. А я еще в наш кировский центр немножечко жертвую иногда и буду жертвовать еще вот скоро. Вы знаете, я довольна тем, что я могу не только нашему центру помочь, но еще и деткам. Далее, значит, ароматизатор для белья. Вот такая вот вещичка. Открываем. Знаете, первый, как вам даже сказать, первое мое впечатление было фу, потому что когда я достала из упаковки, это прямо нос, аромат бьющий в нос. Я даже не поняла, чем пахнет. Артикул 112-76. Но я вам сейчас хочу сказать, что это свежий цветочный аромат, который просто наполнит обалденным ароматом весь ваш шкаф. Когда вы его вот так повесите, вы не пожалеете. Это просто вкуснятина. Вот, но первую минуту у вас прям вся комната этим ароматом наполнится. Я вам реально это говорю, потому что очень сильный аромат. Вот, конечно же, способ применения у него простой. Помещаем его в ящик с бельем или повесим в шкаф с одеждой. Очень жаль, что нет никакого морского бриза и так далее. Будем ждать, будем надеяться. Ну вот, да, такой аромат реально насыщенный, но он, когда вот вы принюхаетесь, он реально вкусный. И не знаю, надолго его, ненадолго хватает. Прямо сейчас просто повешу в шкаф и буду ставить эксперимент. Если его хватит на очень долго, я сниму вам еще одно видео, выложу, скорее всего, в Инстаграм. Вот, далее я заказала колготки. Вот, во-первых, носочки, две пары хорошие, качественные носочки, долго носятся. Артикул у них 80-415, они идут 20 ден, то есть не тоненькие там. Да, состав у них 85% полиамид, 15% эластан. Нравится, заказываю две пары, и выходит очень дешево, потому что обычно одна пара столько стоит. Далее заказала трое колготок 20 ден. Беру с собой в поездку всегда несколько штук. У меня двое лежат, но я еще трое заказала. Скоро будет череда ассамблей, череда поездок по странам. И я уже предвижу, что этого ничего не будет в наличии. Все это разберут. И поэтому я взяла заранее, пусть оно лежит. Хлеба не просит. Возьму их с собой в чемодан в поездку. Как раз трое штук, одну с собой на подстраховочку. Прям на саму ассамблею возьму. Потому что казусы бывают всякие. Платье у меня будет не длинное. Поэтому да. Вот, далее, значит, вот такой вот дезодорант, спрей антиперспирант Celsius. Просто закончился. Я забыла заказать. Муж удивился, что дезодорант закончился. Но на самом деле при таком широченном ассортименте иногда забываешь о таких мелочах. Тоже один раз сходили в магазин, как раз на самую жару муж сказал, что у него вообще нет мужского дезодоранта. Вот такой вот, дорогие коллеги, дорогие зрители этого видео, косяк. Вот, значит, это дезодорант антиперспирант, который гарантирует защиту от пота и неприятного запаха на целый день. Быстросохнущая формула без спирта не раздражает кожу. У него очень приятный аромат. Это спрей. Артикул 0529, он идет 150 миллилитров, то есть он не маленький. Вот такие вот три штучки я купила для него. Вот, также, как обычно, я взяла омегу, моя младшая дочь ее просто так кушает, не закусывает ничем, да, что такое омега? Омега-369 это полиненасыщенные жирные кислоты, которые не вырабатываются организмом, и нам нужно с вами кушать три раза в неделю, допустим, жирные сорты красной рыбы. Если вы не едите, вам уже не хватает омегу. Омегу обычно прописывают кому? Да, тому, кто хочет похудеть, или тому, или детям, которые отстают в учебе, да, и так далее, и так далее. То есть у нее широкий спектр. Тут идет 60 капсул по 50 миллиграмм, артикул 153-40. Ну, нас четверо, и если пить по 2-2 раза в день, то, конечно, даже на месяц нам четверым этого не хватит. Вот, далее, значит, заказала, это я заказала себе, это Faberlic Живица. Ну, у него практически такой же спектр действия, как и у омеги, только получше. То есть, вот вы можете зайти даже на сайт, загуглить артикул
артикул 153-56 и увидите, какой у него там огромный ассортимент, прям достоинств. Почему я так говорю? Потому что я с нее стала чувствовать себя лучше. Мне очень понравилась эта вещь, и я вам ее рекомендую попить. Их надо пить 3-5 капсул в день. Вот. Их тут идет 90 капсул, по-моему, не могу найти, да, аннотацию, по-моему, 90, а вот 90 капсул по 300 мг, вещь действительно хорошая, попробуйте. Для здоровья, для иммунной системы, для сердечка, для памяти, для всего, для всего, для всего. Вот, далее, значит, ультракондиционер для белья. Два вида. Один идет с аромакапсулами, то есть он такой приятный, нежный аромат. Вот. Но если вы его много нальете, у вас будет очень сильно белье пахнуть. А второй, конечно, с орхидейкой. Очень мне нравится именно этот аромат. Очень его люблю. Буду заказывать и заказывать. Полностью закончилось. И вот последние три стирки мы стирали без кондиционера. Поэтому две штуки заказала. Вот. Это потому, что компания Faberlic сейчас позиционируется как fast fashion, быстрая мода, выпускает капсульные коллекции. И я хватаю, хватаю, хватаю. У меня заказы всегда более 100 баллов. И вот такие вот мелочи, они просто начали выпадать из головы, понимаете? Вот, конечно, это смешно, но вот такие вот две недели мы практически, две стирки мы просидели без ультракондиционера для белья. Просто он уже закончился. Очень хорошо, сейчас запущу с бельем. Обалденные запахи, это средство идет концентрированное, очень люблю этот аромат. Артикул 110-37, оно отлично ухаживает за бельем, идет 500 мл, оно очень экономичное. Вот. А второй это артикул 112-34, тоже 500 мл. Да, вот тут вот смотрите, и дозировка какая нужна. Да, но я дозировку никогда не смотрю, я просто пол колпачка выливаю, все. Колпачок, кстати, очень удобный на всех упаковочках, да, когда вы его наливаете, потом вы выливаете в машину, вы можете закрыть спокойно колпачок, и у вас по крышке ничего не потечет. То есть все продумано, пользоваться одно удовольствие. Вот реально одно удовольствие пользоваться. Давайте я вам сфокусирую. Да, вот так вот. И состав. Посмотрите, пожалуйста, все. Вот. Ну и, конечно, салфеточки универсальные. А тоже я заказываю в новую квартиру. Они идут из микрофибры, легко удаляют пыль, очищают, полируют без разводов и ворсинок. Прекрасно подходит для любых поверхностей. Такие вот универсальные, махровые, да, как вы видите, мягкие, клевые. Их можно несколько раз стирать. И вообще, вот у меня есть пара штук уже год назад, они уже 100 раз постираны, и ничего им не случилось. То есть они такие крепенькие, хорошенькие. Артикул у них 110-31. Вот заказала 5 штучек, чтобы квартиру хорошо помыть, чтобы тряпки не делить. И такая вот салфетка для очистки стекол. Она очищает одним движением, без разводов, царапин, ворсинок. Артикул 110-32. Такая она гладенькая. Вот, честно скажу, первый раз заказала для очистки стекол. Потому что посмотрела видеообзор. То ли от блогера, то ли просто от директора, который зарегистрирован и снимает отзывы. Посмотрела, она очень хвалила. Ну и, конечно, сейчас вы удивитесь, но вот это тоже все я повезу на квартиру. Целый пакет, да, вещей, так и не стала его доставать. Во-первых, это концентрированное универсальное экспертное очищение. Прям завтра оно поедет туда уже. Артикул 112-18. Обалденно им мыть все подряд. Обалденно просто, как вам даже сказать, у него есть функция, если вы им один раз помыли, то второй раз мыть легче, потому что грязь уже меньше насыхает, налипает там еще что-то, да, то есть даже этот же пролитый кофе, не дай бог, он там засох у вас, да, вы несли из одной комнаты в другую, он уже намного проще отмочится, быстрее у вас отойдет. Такая вот у него и штучка, но по идее оно идет как бы для кухни, да, давайте сфокусирую вам быстренько. Я его заказала 5 штук. 5 штук на квартиру, которую мы будем оттирать, да, чтобы не экономить. Но, в принципе, оно идет концентрированное. Мне кажется, что штучки 2 на все 5 комнат хватит. Но если не считать балкон,
это как бы 6-я, 2-й балкон 7-я, туалет, ванна 8-я, 9-я. В принципе, мыть надо будет много, и я на всякий случай взяла 5 штучек, чтобы уже точно все хватило. Конечно же, средства для мытья стекол и зеркал с антизапотевающим эффектом я взяла. Артикул у него 110-48, да, вот посмотрите, у него аннотация. Я им пользуюсь давно, более года, часто про него все снимаю, поэтому, вот вы знаете, прям нареканий к нему никаких нет. И самое главное его достоинство — это то, что он не воняет, как магазинские, а все равно бережнее относится к вашему носу. Так, это средство универсальное. Вот такое средство я заказала. Концентрированная универсальная чистота и блеск, оно не требует смывания, им хорошо мыть пол. Да, как вы видите, эффективно моют различные виды полов, стены, предметы интерьера, мебели, изделия из пластика, керамики, дерева, и не требуют смывания. Я очень люблю этим мыть пол, потому что у меня есть маленькая девочка, которая везде ползает, везде валяется, и, конечно же, я с удовольствием. Все средства безопасные, экологически чистые, биоразлагаемые. Абсолютно все. Не все концентрированные, но все безопасные. Так, средства для унитаза тоже одну штучку везу, но его много не надо. Я заказала один, а тут у меня что-то, вот как вы видите, вытекло, некрасиво я вам показываю. Очень прошу прощения за это. Артикул 112-25, вот увезу, там прям пакетик поставлю. Вот, а приедем все туда мыть, я уже просто буду, начну с удовольствием все мыть. У меня все уже есть, все уже будет готово. Для мытья, да, вот такую вот аннотацию вам сфокусировала тоже. Ну вот, в принципе, и весь мой заказ. Вот, можно спокойно отправлять его на квартирку, можно спокойно стирать с кондиционером, как же я так забыла, да. Ну и, конечно же, с вами была Кононова Аня, интернет-проект Фаберлик Онлайн. Спасибо вам за внимание. Задавайте вопросы по продукции. Конечно, тут есть и новинки, и то, что я люблю очень давно. Всем пока-пока!